Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу капля VIP 3х6 на брусе. Будет цельная дверь, будет форточка торцевая и форточный блок на термоприводах. Пока приехали, готовимся и приступаем работать. Каркас установили, выровняли все по уровню, накинули поликарбонат. Сейчас идем прокручиваем коньки. Останется обшить дверь, форточку, прокрутить все и установить форточный блок. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу капля VIP 3х6. Идем смотреть. Цельная дверь с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. Имеется форточный блок на термоприводах. Каркас сделан с профильной трубы 20х40. Основная арка, подпирающая 20х20. Арки в виде ферм усиленные. Также имеются диагональные усилители. Покрашен каркас полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью зацепов. Вот здесь снаружи, потому что внутри будут грядки, внутри они будут мешаться. По периметру примыкания резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная теплица. Очень прочная, надежная. Снег на ней не лежит ввиду ее формы каплевидной. У нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и всем пока.